За 3 года скорая экспортная помощь помогла нарастить реализацию товаров из Башкортостана за рубеж на 8,5 миллионов долларов. Об этом сообщили в Центре поддержки экспорта региона. Только в этом году продали товаров на 2,5 миллиона долларов. В рамках программы профильные специалисты уже 99 раз выезжали в районы республики для мониторинга экспортного потенциала предприятий и помощи для выхода на внешние рынки. Так, последняя поездка была в Туймазинский район. Там эксперты посетили 6 предприятий машиностроения, химпрома и бытовых товаров. Помимо методической составляющей, скорая экспортная помощь помогает привлечь субсидии на сертификацию и транспортировку продукции. Также был выявлен экспортный потенциал, экспортно-ориентированная продукция. Мы выявили один из потенциальных наших рынков для реализации – это Казахстан, Узбекистан. Достаточно большим спросом пользуется продукция Башкортостан на этих рынках. И, соответственно, также выбрали участие в будущем году в строительных выставках, чтобы показать потенциал нашей республики и также качество продукции, которая выпускается в наших районах республики. Напомню, за последние 4 года власти Башкортостана оказали поддержку более чем 200 компаниям в части выхода на внешние рынки на общую сумму в 410 миллионов рублей.